С вами я, Александр Радяев, и мы сегодня с вами вновь в солнечном Крыму, в городе Севастополе, а если быть точнее, в Любимке. Сегодня мы приехали, чтобы покупаться в черном, теплом море, отдохнуть в чистом, любимском пляже, который все так было, и посмотреть, что здесь происходит после давних событий, которые произошли в Ялте. Любимок затронул это косвенно, так как речка Пельбек. И все, что попадало в нее, снялось течение в основном море. Сейчас можно увидеть, что линия моря очень сильно отличается. Есть ее мутный слой, а есть дальше туда голубая, бирюзовая, привычная всем нам морская водичка морского цвета. Здесь видно, что речка Пельбек наносила в море много грязи, много мусора, до сих пор в части которой она находится. И много цвета купаются в основном только дети, а с другой ее стороны, видать, где меньше снос, и мусора всякого отдыхает, огромное количество туристов и отдыхающих. Что сегодня вообще здесь происходит, как сегодня выглядит Любимка и ее пляж, я вам все покажу, расскажу, и вы собственными глазками сможете это все увидеть. С северной стороны города Севастополь, а именно через Захарово, мы сели на автобус номер 52, и за 20 рублей где-то в течение 15-20 минут мы приехали до конечной остановки. Прошли через поселок 5, наверное, по расстоянию метров 150 прямо, и мы попали на Любимовский пляж. Но то, что сейчас вижу своими глазами, я не сказал, что я в восторге, так как это безлюдный, так сказать, пляж, довольно-таки замыленный, Очень сильно видна разница между бирюзовой чистой водой и такой, я бы сказал, грязноватой водой. А все из-за того, что вода стала отпечаток. Это из-за того, что там находится речка Пельбек, и устье впадает в море. Все это место по правую сторону моря. И я думаю, купаться здесь не очень охотно люди приходят. А тем более загорать, не купаться, это не очень есть правильно. Четко видно сейчас границу. Где бирюзовая вода, где разная водичка. Все желающие отдыхают там. Вот там сейчас подальше. Туда мы сейчас и пойдем. Я покажу, как там сейчас. Да, еще здесь можно посмотреть бесплатное аэрошоу, так как рядом расположен Качинский аэропорт. Детки будут в восторге. Сам по себе пляж довольно-таки грязноватый. Я смотрю, навеса никто не накрывал. Ужин нету. Рядом со мной расположена шаурмичная. Шаурмичная закрыта. Что-то здесь куча строительного мусора, я бы так сказал. Горка, которая для развлечений здесь установлена, не работает. К сезону не подготовились. Или не хотели, или, может быть, боялись, что будет как в прошлом году, а
они все пооткрывают, восстановят, а туристов не будет. Но впечатления это оставляет такие своеобразные, негативные. Кафешка вот у нас здесь рядом есть. Кафешка работает там с душем. Можно в туалет сходить, если кому-то сильно приспичило. Песочек чистый, мягенький. Тут кому нравится именно песчаные пляжи, наверное, будет в восторге. Хотя вдалеке я вижу небольшая фракция гальки присутствует, ракушки точнее. Сейчас подойду поближе к морю, покажу, как выглядит море чистое. Ну, может, это я так к этому отношусь, это целебная какая-то морская вода. Я бы не стала рисковать. Коряги всякие тут на берегу валяются. Отдыхающие даже есть, загорают, они получают удовольствие. Ну вот, собственно, вот такая вот здесь береговая линия. Чистая целебная крымская водичка. Какие-то фракции водорослей там присутствуют. Еще всякие вкрапления. Вдалеке детки купаются, но я бы не знаю, я своего ребенка ни под каким предлогом не пустил сюда купаться. Вот она, спасательная вышка. Возможно, тут когда-то был замечен спасатель. Наверное, его смыло в море. Или уплыл, или ушел, или уволился. Не знаю, куда-то он делся, но его здесь нет. Так что, если будете тонуть, вас спасать будет некому. Хоть на самом пляже тяненький песочек, вот уже у входа в море довольно-таки крупная галька. Я думал, это ракушняк. Нет, это галька. Довольно-таки крупная галька. Не совсем чистая галька. Тут мало того, что природного мусора, водорослей, коряк всяких с моря намыло. Так еще и много грязи, пробки, бутылки. Так, а вот тут нам придется разбываться и вброд идти. Вот она, где речка сама, Бельбек впадает в море. Не можете оценить, как грязно здесь. Сколько всего было намыто с Ялты грязи. Придется надувать лодку и плыть, чтобы попасть на ту сторону. Иначе сейчас никак здесь не попасть. Или идти в обход. Так что как переберемся на ту сторону, вновь продолжу съемку. Собственно, забыл вам показать сам пляж. До чудной речки. Вот такой вот сам пляж издалека, крупным планом. Такой себе, на любителя. Полежать, позагорать, но не более. Никаких тут развлечений, достопримечательностей для туриста приезжего нет.